показала, все рассказала, и сейчас мы будем с вами делать макияж. Сейчас я только решу еще какой, вот, и будем тестировать, смотреть, какие продукты, ну, какие я еще не пробовала, и будем вместе с вами приводить меня в порядочек, такой более нарядный вид, вот. Поэтому все. Если вам дальше тоже интересно, то, естественно, не переключайтесь, а мы переходим к макияжу.
Ну что, в принципе, все у нас уже готово, но будем сейчас тестировать эту тушь и увеличивающую помаду. Ты, как мне говорили, неважно какая тушь, у тебя всегда глаза Бэмби здоровые, огромные, и глаза, и ресницы. Как бы, ну как реснички большие, да. Но мне кажется, что на кончиках остаются такие пупочки. Вот. Но надо, может, еще наловчиться, я не знаю. В целом, как бы, неплохо. Ну, такое более объемно создается, но как бы вот какие-то моменты, что у меня в основном тушь как бы не сыпется так сразу при нанесении. Вот. Но посмотрим, может, надо еще, в принципе, научиться. Буду пробовать и смотреть. Так, и остался у нас блеск на выбор. Давайте пробуем с перчиком. Мне вот очень интересно, как он будет себя вести. Так, мы прозрачную смываем. Прозрачно смыли. Вот такой вот он. Фух, ну что, давайте, запомните мои губы такими. Сейчас будет что-то мега невероятное. Кисточка удобная, но блеск такой странный. Отлив. Ну что, ждем какой-то эффект. А сколько ждать? А, 5 минут. Ну, давайте. Кстати, да, чуть-чуть начинает пощипывать. Чуть-чуть так. Но будем ждать 5 минут. Ну да, он начинает пощипывать, этот перчик. Потому что есть эффект, это 100%. Будем ждать результат. Еще у нас есть время. Итак, прошло у нас 5 минут. Действительно, губы как будто их покалывают немножечко. Вот. Как они изменились? Нет. Стали пухлее. Может быть, я не знаю, как вам. Как вы считаете? Пишите в комментарии, как вы считаете, стали губы больше? Или они такие же? Но так ждет немножечко. Да, попекивает. Эффект действительно вы почувствуете через 5 минут. Даже, нет, раньше, даже через минуты 2 начнет потихонечку. И потом так эффект такой интересный. Мне кажется, хорошая вещь. Вы знаете, да, в Oriflame раньше была, или в Avon, я точно не помню, наверное, в Oriflame. Действующая вещь, там, по-моему, она еще дороже стоила. Вот, еще тут пчелина ядом. Вот, но я думаю, он также будет действовать, вот. Как-нибудь я во влоге вам скажу, но то, что эта серия рабочая, это 100%. Вот, губки такие... чуть-чуть покраснели, да. То есть заметна реакция, заметно, что пошло какое-то небольшое раздражение, но в хорошем смысле. Вот, что, да, губки такие. Вот и все на этом. Поэтому как-то так вот. Проверили с вами немного косметики, я рассказала как и что. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то не забывайте про пальчики вверх. Не забывайте подписаться на мой канал, потому что дальше будет много всего интересного. Вот. А с вами была Вероника Адамс. И всем пока и до новых встреч!